вместе читать стихи. Здравствуйте, меня зовут Саша Анискина. Мне 8 лет, я живу в Москве. Я хочу рассказать стихотворение Есенина «Береза». Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежной каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. А заря лениво, обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром.